Борис Житков. Про слона. Мы подходили на пароходе к Индии. Утром должны были прийти. Я сменился с вахты, устал и никак не мог заснуть. Все думал, как там будет. Вот как если б мне в детстве целый ящик игрушек принесли, и только завтра можно его распаковать. Все думал, вот утром сразу открою глаза, и индусы черные заходят вокруг, забормочут непонятно. Не то, что на картинке. Бананы прямо на кусте, город новый, все зашевелится, заиграет, и слоны. Главное, слонов мне хотелось посмотреть. Все не верилось, что они там не так, как в зоологическом, а запросто ходят, возят. По улице вдруг такая громада прет. Заснуть не мог, прямо ноги от нетерпения чесались. Ведь это, знаете, когда сушей едешь, совсем не то. Видишь, как все постепенно меняется. А тут 2 недели океан. Вода и вода, и сразу новая страна. Как занавес в театре подняли. На утро затопали на палубе, загудели. Я бросился к иллюминатору. Окно. Готово. Город белый на берегу стоит. Порт, суда, около борта шлюпки, в них черные люди в белых челмах. Зубы блестят, кричат что-то. Солнце светит со всей силы. Жмет, кажется, светом давит. Тут я как с ума сошел, задохнулся прямо, как будто я, не я и все это сказка. Есть ничего с утра не хотел. Товарищи дорогие, я за вас по 2 вахты в море стоять буду, на берег отпустите скорей. Выскочили вдвоем на берег. В порту, в городе все бурлит, кипит, народ толчется, а мы, как оголтелые, и не знаем, на что смотреть, и не идем, а будто нас что несет. Да и после моря по берегу всегда странно ходить. Смотрим, трамвай. Сели в трамвай, сами толком не знаем, зачем едем, лишь бы дальше. Очумели прямо. Трамвай нас мчит, мы глазеем по сторонам и не заметили, как выехали на окраину. Дальше не идем. Вылезли. Дорога. Пошли по дороге. Придем куда-нибудь. Тут мы немного успокоились и заметили, что здорово жарко. Солнце над самой маковкой стоит. Тень от тебя не ложится, а вся тень под тобой. Идешь и тень свою топчешь. Порядочно уже прошли, уж людей не стало встречаться. Смотрим, навстречу слон. С ним 4 ребят, бегут рядом по дороге. Я прямо глазам не поверил. В городе ни одного не видали, а тут запросто идет по дороге. Мне казалось, что из зоологического вырвался. Слон нас увидел и остановился. Нам жутковато стало. Больших при нем никого нет, ребята одни. А кто его знает, что у него на уме? Мотанет раз хоботом и готово. А слон, наверное, про нас так думал. Идут какие-то необыкновенные, неизвестные. Кто их знает? И встал. Сейчас же хобот загнул крючком. Мальчишка старший встал на крюк на этот, как на подножку. Рукой за хобот придерживается. И слон его осторожно отправил себе на голову. Тот там уселся между ушами, как на столе. Потом слон тем же порядком отправил еще 2 сразу. А 4-й был маленький, 4 должно быть. На нем только рубашонка была коротенькая, вроде лифчика. Слон ему подставляет хобот. «Иди, мол, садись!» А он выкрутасы разные делает, хохочет, убегает. Старший кричит ему сверху, а он скачет и дразнит. «Не возьмешь, мол!» Слон не стал ждать, опустил хобот и пошел. Сделал вид, что он на его фокусы и смотреть не хочет. Идет хоботом, мерно покачивает, а мальчишка вьется около ног, кривляется, и как раз, когда он ничего не ждал, слон вдруг хоботом цап, да так ловко, поймал его за рубашонку сзади и подымает наверх осторожно. Тут руками, ногами, как жучок. Нет уж, никаких тебе. Поднял слон, осторожно опустил себе на голову, а там ребята его приняли. Он там на слоне все еще воевать пробовал. Мы поравнялись, идем стороной дороги, а слон с другого боку и на нас внимательно и осторожно глядит. А ребята тоже на нас пялятся и шепчутся меж собой, сидят как на дому, на крыше. Вот, думаю, здорово, им нечего там бояться. Если бы тигр попался навстречу, слон тигра поймает, схватит хоботищем поперек живота, сдавит, швырнет выше дерева. И если на клыки не подцепит, все равно будет ногами топтать,
пока в лепешку не растопчет. А тут мальчишку взял, как козявку, двумя пальчиками, осторожно и бережно. Слон прошел мимо нас. Смотрим, сворачивает с дороги и попер в кусты. Кусты плотные, колючие, стеной растут, а он через них, как через бурьян. Только ветки похрустывают. Перелез и пошел к лесу. Остановился около дерева. Взял хоботом ветку и пригнул ребятам. Те сейчас же повскакали на ноги, схватились за ветку и что-то с нее обирают. А маленький подскакивает, старается тоже себе ухватить. Возится, будто он не на слоне, а на земле стоит. Слон пустил ветку и другую пригнул. Опять та же история. Тут уж маленький совсем, видно, в роль вошел. Совсем залез на эту ветку, чтоб ему тоже досталось. И работает. Все закончили, слон пустил ветку. А маленький-то, смотрим, так и полетел с веткой. Ну, думаем, пропал. Полетел теперь, как пуля в лес. Бросились мы туда. Да нет, куда там. Не пролезть через кусты. Колючие, густые и путанные. Смотрим, слон в листьях хоботом шарит. Нащупал этого маленького. Он там, видно, обезьянкой уцепился. Достал его и посадил на место. Потом слон вышел на дорогу впереди нас и пошел обратно. Мы за ним. Он идет и по временам оглядывается на нас, косится. Чего, мол, сзади идут какие-то? Так мы за слоном пришли к дому. Вокруг плетень. Слон отворил хоботом калиточку и осторожно просунулся во двор. Там ребят спустил на землю. Во дворе индуска на него начала кричать чего-то. Нас она сразу не заметила, а мы стоим, через плетень смотрим. Индуска орет на слона. Слон нехотя повернулся и пошел к колодцу. У колодца врыты два столба, и между ними вьюшка. На ней веревка намотана и ручка сбоку. Смотрим, слон взялся хоботом за ручку и стал вертеть. Вертит, как будто пустую. Вытащил целая бадья там на веревке, ведер 10. Слон уперся корнем хобота в ручку, чтобы не вертелось. Изогнул хобот, подцепил бадью и как кружку с водой поставил на борт колодца. Баба набрала воды, ребят тоже заставила таскать. Она как раз стирала. Слон опять бадью спустил и полную выкрутил наверх. Хозяйка опять начала его ругать. Слон пустил бадью в колодец, стряхнул ушами и пошел прочь. Не стал воду больше доставать. Пошел под навес. А там в углу двора на хлипких столбиках навес был устроен. Слону под него только-только подлезть. Сверху камышу накидано и каких-то листьев длинных. Тут как раз индус, сам хозяин. Увидал нас. Мы говорим, слона пришли смотреть. Хозяин немного знал по-английски. Спросил, кто мы. Все на мою русскую фуражку показывает. Я говорю, русские? А он и не знал, что такое русские. Не англичане? Нет, говорю, не англичане. Он обрадовался, засмеялся, сразу другой стал, позвал к себе. Я спрашиваю, чего это слон не выходит? А это он, говорит, обиделся. И значит, не зря. Теперь ни почем работать не станет, пока не отойдет. Смотрим, слон вышел из-под навеса, в калитку, и прочь со двора. Думаем, теперь совсем уйдет, а индус смеется. Слон пошел к дереву, оперся боком, и ну тереться. Дерево здоровое, прямо все ходуном ходит. Это он чешется так, вот, как свинья об забор. Почесался, набрал пыли в хобот, и туда, где чесал пылью землей, как дунет, раз, и еще. Это он прочищает, чтобы не заводилось ничего в складках. Вся кожа у него твердая, как подошва, а в складках потоньше, а в южных странах всяких насекомых кусачих масса. Ведь смотрите какой, об столбики в сарае не чешется, чтобы не развалить. Осторожно даже пробирается туда, а чесаться ходит к дереву. Я говорю индусу, какой он у тебя умный, а он хохочет. Ну, говорит, если бы я 150 лет прожил, не тому бы еще выучился бы. А он, показывает на слона, моего деда нянчил. Я глянула на слона. Мне показалось, что не индус тут хозяин, а слон. Слон тут самый главный. Я спрашиваю, старый он у тебя? Нет, говорит, ему 150 лет. Он в самой поре. Вот у меня слоненок есть, его сын.
20 лет ему, совсем ребенок. К 40 годам в силу только входить начинает. Вот погодите, придет слониха, увидите, он маленький. Пришла слониха, и с ней слоненок, с лошадь величиной, без клыков. Он за матерью, как же ребенок шел. Ребята индусы выбросились матери помогать, стали прыгать куда-то собираться. Слон тоже пошел, слониха и слоненок с ними. Индус объясняет, что на речку. Мы тоже с ребятами. Они нас не дичились, все пробовали говорить, они по-своему, мы по-русски, и хохотали всю дорогу. Маленький больше всех к нам приставал, всю мою фуражку надевал и что-то кричал смешное. Может быть, про нас? Воздух в лесу пахучий, пряный, густой. Шли лесом, пришли к реке. Не река, а поток быстрый, так и мчит, так берег и гложет. В воде обрывчик в аршин. Слоны вошли в воду. Взяли с собой слоненка, поставили, где ему по грудь вода, и стали его вдвоем мыть. Наберут со дна песку с водой в хобот, и как из кишки его поливают. Здорово так, только брызги летят. А ребята боятся в воду лезть, больно уж быстрое течение. Унесет. Скачут на берегу и давай в слона камешками кидать. Ему нипочем, он даже внимания не обращает. Все своего слоненка моет. Потом смотрю, набрал в хобот воды, и вдруг как повернет на мальчишек, и одному прямо в пузо, как дунет струей, тот так и сел. Хохочет, заливается. Слон опять своего мыть, а ребята еще пуще камешками его донимать. Слон только ушами трясет. Не приставайте, мол, видите, некогда баловаться. И как раз, когда мальчишки не ждали, думали, он водой на слоненка дунет, он сразу хобот повернул, да в них. Те рады, кувыркаются. Слон вышел на берег. Слоненок ему хобот протянул, как руку. Слон заплел свой хобот об его и помог ему на обрывчик вылезти. Пошли все домой, трое слонов и четверо ребят.